Good morning, good morning, чат. Так, ну что у нас? У нас, соответственно, битва за топ-3 LCK регулярки. Битва за то, чтобы не играть с Тиван в первом матче плей-офф, по сути. Потому что третье место будет выбирать тебе соперника между пятым и шестым. Соответственно, третье место это либо Hanwha Life, либо D+, которые будут выбирать между T1, либо между командой уровнем послабее, кто в итоге шестое место залочит. Так что на деле-то супер важная серия сегодня. Еще и вывеска какая. D+, Kia, Hanwha Life. Что у нас там по драфту? У нас Солота Макай с Джейсоном Ренектоном. У дипласов. Так, остался шоумейкер. Там еще лайф рядом. Подстанили. Хорошо. Лайф. Ну окей, первая кровь. Зека. Легкая первая кровь. Оставлять желать лучше, но при этом там на Трокс у Кингина. О, Кингин на Троксе выйдет. Так, США играет лайф по Байблу. Байблу очень больно. Байбла просто убивают. Просто зафармили Байбла. Он ничего даже нажать не успел. Так, ну и это дракончик. Это дракончик для Хлоя. А Трокс, этот, Кингин со своим скином играет, интересно, или нет? Ну, я думаю, со своим по-любому. По-любому со своим должен играть. Так, Кэнин. Пошли корни, цепанули лайфа. Лайф без США, у него нет вообще возможности здесь выйти. У него там еще рут будет у дефта, да. Легкий кильчик для дефта, но дракона Хлоя забрали. Ой, надо проснуться. Так, шоумейкер встрял. Зека, еще один тик ультимейта. Шоумейкер живет. Флэш. Зека, соло килл. Соло килл на шоумейкере, на аре, на 8 минуте. Почему Америку не комментируешь? Ну смотри, как минимум. Потому что если бы я комментировал бы Америку, то сегодня я бы поспал, ну, примерно часа 2. Так, лайф, встрял. Отдал ультимейт. Кану приняли на топе. Кенин не успевает, Кенин еще и ультимейт отдал. Это еще и Герольд стоит. И нет ульты Макая на Герольде. Ой-ой-ой. Что-то пока Хлоя прям душит. Короче, ну, НА смотреть просто невозможно. Физически даже нормально вместе с Корей. Слишком много. Но финал, скорее всего, мы посмотрим. Но maybe какие-то полуфиналы, если типа не будут прям сильно по времени душить. Да, типа, если бы я. Так, дефт. Дефт слэш аут. О, тут Зека еще. Тут еще и Зека заромил, дефт оформили. Хороший рум от Зеки. Дефт вообще не ожидал этого. Ладно, я надеюсь, это будут C9, EG, TL и Golden Guardians на четвертом месте. Что-нибудь такое. Ой, Гризли, как они сыпанули шоумейкера хорошо. Вау. А что за супер односторонняя игра? 0-3-0 шоумейкер. Так, Гризли забирает Герольда. Там вроде что-то нюхают. Дипласы выходят на реку. Даже позицию отжимает у Гризли, идет ТП сюда. Окей. Кингин. Тоже ТП пошло. Пошел вперед Зека. Очень больно Кэнина. Кэнина должны убивать здесь будут. Есть размен. Там Кингин далеко улетел. Кэньон. Так, подходим. Потихонечку идет ТП. Лайф там на пол хп уже пробитый. Отдали ультимейт Сиджуани. Ну, капнули Сиджу. Шоумейкер. Дэмэджа накинул. Not bad. Хлое должны дропать этого на Шора.
Преимущество так всего 3000, учитывая, как шла игра. Преимущество не такое большое. Там сейчас еще Митур заберет деф, там еще и баунти золота есть за вышку. Байбл, о май гад. Ты был близко. Я имею в виду Люцина. Люцин мертвый, по-моему. Я ни одного Люцина не видел после всех изменений. Типа после нерфа нами, там вот этого всего дела. На миде только Капс на Люцине играл, но я не уверен, насколько это релевантная информация по поводу всей остальной меты. Потому что, ну, это реально только Джиту делали. Так, ЛЕ опять форсит на Шора. Зека. Получается, стан. Канадал флэш. Зека, еще чармом попал. Еще и комбат лайфа, отличная. Лайфа, правда, ваншотнули. Байбл разменяются. Есть ресет для Кингена, есть ресет для Зеки. Пошли корни от Кэньена. Больно Сиджуани. Сиджуани убили. Кинген пытается найти ресет какой-то. Вайпер! Ой, если бы W попал, но все равно флеша удает. Деф тоже пока вышел. Кинген. Ультимейт закончился. Раздамаживается Зека. Кинген много урона получает по лицу. Чарм хороший от Зеки. Кэньен живет. Кэньен выходит на вешке. Ебать, какая близкая драка. W мимо от Вайпера. 2 в 3 в итоге файт. В пользу дипласов, между прочим. На тоненького прям совсем драка. Так, и ХЛЕ. Опять стартует на Шора. Опять стартуем на Шора. Кана без ТП, но Кана рядом. Кинген тоже подходит. Кинген опять будет на фланге. 7к. Кэнин здесь. Есть корни. Зека на в таком, на полуфланке на каком-то находится. Пошли корни. Кэнин отсюда лайф отзонивает. 2к. На Шора забрали. ХЛЕ Зека. Ищет чарм по Кэнину. Там пока Кинген на фланге. Кинген стоп-вотч. Кэнина должны убить. Кинген подчизить. Зека ищет чарм. Чарм мимо Зеки. Ну, maybe Байбла заберут. Там Гризли вроде его не выпустит отсюда. Только Байбл, но флэш. Да, Байбла убьют. Одна авта еще нужна. Станчик, все, Байбла убили. О! Окей, засмайтили Байбла. Получается, это на Шор плюс 2 убийства для ХЛЕ. 5000 золота преимущества. Это Т2 на миде. Зека толкает бот вейв. Возможно, еще Т2 на боте. Но это практически игра, да. Как-то прям, слушайте, как будто бы очень односторонне проходит все. Первая карта прям полностью под диктовку ХЛЕ. И причем они форсят вот этого на Шора. Понимают, что они сильнее. У них там и спайки у всех были. Так, чарм аж хороший какой. О май гад. Забрали шоумейкера. По Кэнину дальше. Гризли ищет стан. Кинген. Должны доесть Ренектона. Только можно сейчас игру будет закончить. Байбл еще и мимо якоря дает. Кэнин. Кэнин живет. Пододжил вешку от Вайпера. Зека. Чарм. Слышает Байбл. Но здесь ХЛЕ в Т3 идут. И причем они вообще не ждут. Типа кнопки есть. Нажали вперед. Зека. Еще один чарм ищет. Не попадай по Байблу опять. Пошли корни. Вот Кэнина. Ну, цепанут они здесь моего Атрокса какого-то. Кэнин полетел вперед, но на один. Кэнин, что ты делаешь? Ну, шоумейкер, может быть, ТП будет спину давать, но там все живы. Так, ну, ХЛЕ свой Infernal Soul забрали, на шорчик сейчас его заберут, и на нем должны игру заканчивать. Там у Вайпера 4 слота, там Жоня появилась. Зек с Меджаем, с Рабадоном. Джизус. Там слоты просто бешеные, под тремя инферналами. Оп, чармик по Кэнину попал, Кэнину вантапнули. Ой, еще и Байбл, якорь мим дал, Кинген. Байбл убьют, Байбл еще и стоп-вотч потратил, Кинген дофлешивается за дефтом. Кинген! Кинген просто показал дефту, почему они выиграли в том году чемпионат мира. Кинген просто говорит, типа, дефт. Братик, помнишь меня? Я тебе World's финал выиграл в том году.
Канов флешаут на этот энд. 17-5. Какой-то стомп от Ханва Лайф. Какой-то прям реально плотненький стампецкий. Минус Ренник. GG. GG. Так, погнали, вторая карта. Ханва Лайф ведет 1-0 против дипласов. Ханва теперь получает для себя Мака и Джейса. ФП Эйни для шоумейкера. Получили себе Джакса для Канны и ранний пик Вай для Кейнина при... А, забаненная Сиджуани в первой ротации была со стороны дипласов. Но все равно Вай, конечно, такой приоритет не получает. Плюс открытая Шая. Мне не очень нравится пик Вай. Да, они еще, типа, ну, типа, Хлоя опять там, адхэви сетап, вот это вот все, там, Джейс Ренник. Но не то чтобы слева прям чуваки, которые будут фулл собирать себе армор или еще что-то. Там два брутера и Алистар. Нажать свой ТП, на линии стоит с преимуществом. Кингин там проксит вообще между Т1 и Т2. Пока лайнфаза опять идет в пользу Хлое. Хорошо, лайф играет, станчик, отличный по байблу. Байбл умрет, первая кровь. Первая кровь для ХЛЕ. Опять 2 на 2 убивают Байбла. Как же Диплас, бывший Давон, по сравнению с прошлым годом, не только не усилились, так еще и просили максимально по скиллу. Так, Байбл. Комба по лайфу. Так, сейчас на развороте по Байблу сыграют. Амперия. Байбл умер. Еще сейчас Дефт. Клинс должен терять. Окей. О май гад. Еще и минус флеш из дефта, даже не клинс. Это дизастер. Какой-то бот гэп лютый. Не, у меня буквально чел, типа сосед, который ходит по прямой, просто по улице, иногда бегает и орет что-то постоянно на португальском. Все люди на него оборачиваются, типа там подкикивают или еще что-то. Так, дайв на топе, Кингин умер. Кэнин получает для себя кильчик в топсайде. Так, Кан еще и плейту на топе взял. Супер приятно, на самом деле, в матчапе Джакс Реник Джаксу какой-то релит получить. Не знаю, будет ли у него мифик на базе с двух пластин с этих. Так, вообще подходит сюда Байбл, лайф ботсайде. Ой. Ой-ой-ой. Байбл, комба. Гризли, Герольда забрали ХЛЕ. Пытаются подраться теперь 3 в 3. Размен 1 в 1, подходит шоумейкер. Зеке надо флешаут давать. Блять, это просто... ХЛЕ сейчас так повезло, что они смогли забрать Герольда, еще и один в один разменялись, при том, что лайв был в ботсайде. Больше от игроков зависит. Так, Герольда на мид ставит, Кингин. Дракон 4 минуты, второго ХЛЕ забрали, подходит сюда Канна. Дипласы хотят подконтейсить, там ботлейн закусился, 2 на 2, хороший ультимейт от лайфа под дефта с Байблом, куча там перьев, Байбл флешаут, удалили, кстати, лайфа. Но есть размен, Кэнин тоже пал. Пошел ультимейт от Вайпера, Дефт здесь может флеш теория потерять, Вайпер нажимает еще очищение, и временем Зека забирает второе убийство в этой драке, Дефт, дэмэджа по грязи здесь не хватит, ХЛЕ все равно выигрывает драку, еще и Герольд стукнул. Ой, шоумейкер, ты что делаешь? Бля, я не знаю, шоумейкер сегодня... Сегодня, конечно... Шоумейкер больше. Мышь, кто топик она забрал? Я помню, когда Кэнин выигрывал World CD, как копировали, изучали их стиль игры через DS. Мне кажется, при создании команды тебе придется выбрать все, которые лучше в одном из стилей, и попробовать угадать метод в этом году. Но вообще, кстати, на самом деле, сбор состава... Так, лайф. Лайф погиб. Сбор состава — это подчасти рулетка. Что мета сильно влияет. Если у тебя не игроки, которые играют на всем.
а таких много, которые именно на определенном чемпионпуле своем играют и часто не могут его особо расширить, то можно назвать создание состава по Лиге Легенд отчасти рулеткой. В их боте Кинген вообще дропнул, просто стартует драконов. Лает третий дрейк будет, anyway. Пошел пок, пошли саплинги, пошли шокбласты, ТП нажимает Кана. Что-то там все прикупил еще. 6к дракон. Шумейкер есть флэштиберс. Ну, паук, кстати, особо не ленится. Кинген накапливает рагу. Дракона забрал Кэньон. Байбл дает комбу. Хорош, энгейдж от лайфа по двоим. Там ваншотает шоумейкера. Есть размен рейктона, убили. Зека под фокусом. Дает флешаут, за ним дофлешиваются два человека. Зека кайтит. Зека выходит через свои ворота. Вайпер еще флешается, стягивает перья. ГГ. Хотя Кана, подожди, Кана сейчас всех убить может. Стрела хорошая от Дефта. Новый Кана всех убьет. Стрела? Попади. Хорошо, Дефт. Хорошо, Дефт. Квадрокилл для Дефта. Я говорил, Джакс основной персонаж. Джакс просто нереальное количество работы сейчас сделал для дипласов. Так, шумейкер. Ой-ой-ой, шумейкер стрял. И стоп-вотча нету. Блять, ну шумейкер. Хорошо, кстати, там вайпера цепанули. Там просто нереально улетает лайф, а там невозможно играть. Это минус 4. Только дефт живой. И дефт. Дефт соштеряет. Это на шор. Да. Ну шоумейкер, ну надоел, дай пацанам поиграть в игру, хватит руинить. Гризли. Это был ультимейт на то, чтобы отзонить соперников от вардов. Кану там они никак не поймают. Так, Кана. Кана продолжает в спине напрягать. Кана сильный. Дипласы пытаются какой-то фланг найти, там сверху Кэннин бегает, но хэлэй выходит. Так, Канна, ты что делаешь? Канна? Окей. Нашор появился, а? Так, хэлэй будут искать файт по-любому. Дипласы в позиции отвратительная. Ух ты, они медведь забрали. Но все равно там чекать надо МакАЭС с часом. У Лайфа хорошая позиция на фланге. Байбл должен это чекать. Да, Байбл чекает. Лайф увидели вроде. Пошли корни, на Шору уже забрали. Кэннин не застилил. Кэннин еще и встрял. Тогда Кан прыгнул в пит. Кан вышел. Дочистят как-то Зека. Лайфа стопнул шоумейкер. Да, на Шора забрали. Пока дипласы ресетнутся, они уже могут прийти по миду. Либо в Т2 на топе. Да, идут в Т2 на топе. ТП будет у Кингена. Там шоумейкер на фланке, так. Комба по Кингену под фокусом по Алистарчику. Алистарчик много времени может выиграть. Шоумейкер ищет фланг. Шоумейкер. Его стопает лайф. Кана дошел до драки. Шоумейкер. Он даже Тиверса не поставил в итоге. О май гад. Да. Диплас топ-4. Диплас будут играть против Тиван. На следующей неделе в плей-офф. Соответственно, Ханва Лайв будет играть против шестой команды. Будь это DRX, будь это Квандонги. Какой-то прям печальный вид у шоумейкера в этой серии был. GG 2-0.